Всем здравствуйте, это видеоотзыв о курсе Poker Ability, Poker Pro. В принципе, курс мне понравился, курс хороший, нужно много работать было, конечно же. Много времени уделять, с работы это, конечно, вдвойне тяжело, но результаты есть, и они меня радуют. В первую очередь мне понравился курс из-за того, что есть много контроля, контролируют кураторы все это дело, все домашние задания. И как бы мне нужен был такой человек лично, может быть, чтобы меня как бы подгонял кто-то. Вот, в принципе, можно знакомиться с моими результатами до курса. До этого я играл МТТ. В принципе, 14 тысяч раздач отыграл в ноль. И как бы понял, что да, необходимо обучаться. И в принципе, вот, курс мне довольно хорошо в этом помог. Это результаты до начала курса. И вот как раз сейчас покажу результаты с начала курса, с 29 мая. В принципе, довольно неплохо, я считаю. Вот. В целом, мне все понравилось. Там были моменты некоторые с форумом. Ну, иногда тормозил форум. Что-то еще было. Некоторая информация мне показалась слишком простой. Но в целом даже в простых вещах я находил что-то новое для себя. В целом этот курс подойдет как начинающим игрокам, так и уже, в принципе, состоявшимся игрокам, у которых есть некоторая путаница в голове. Здесь вам все разложат по полочкам. В принципе, это все. Всем спасибо и удачи за столами.